Ритуал от врагов на черных птиц. Избавиться навек. К Нептуну. Возьмите фото черных морских птиц. Фрегат, баклан, любых. Они все хищные. Или видео посмотрите. И самое сильное вживую около океана увидеть. Это и есть ваш Алтай в этом ритуале. Время – светлое время суток. Еще лучше в дождь и у воды, у фонтана. И негромко скажите: Посейдон, через запитатели вод твоих тебя призываю. Услышь меня, к тебе взываю. И помолчите, пусть ваш зов дойдет до него, а после скажите: как твоя птица черна, так пусть черна станет жизнь у моего врага. Пусть счастье его и богатство в твоей пучине потонет. О Посейдон, возьми его душу в твой плен. Пусть птица к Эльпе обернется, возьмет его навек. Замкни мое слово, прошу и заклинаю. И подождите, смотрите на птицу. Ищите на видео место, где она поплывет. Или вживую ждите. Поплывет, значит, все исполнит. Идите, ищите цветы оттенков воды, или должны расти, или купите любые, но оттенков воды, и на них скажите: Посейдон, пошли к Эльпе за моим врагом. И расскажите тут, что случилось. В
чем у вас конфликт? Что вам сделали во всех деталях? Болезненные вещи опустите. Сами разберутся, в чем тут дело. И после идите к воде откупиться. Бросьте в воду цветок цвета воды и скажите: «Откупаюсь». И либо два красивых пера, самая лучшая водных птиц, либо два раза по 13 монет кинуть в воду. Откупаюсь. Если вода замерзла, то ритуал не делать. Это не порча в классическом понимании, похуже. Могут и душу забрать в наказание, если враг меру перешел. Но это, конечно, не вы решаете. Кто перешел и будет суд сил, и не будут решать. Это их суд, их приговор, вы обращаетесь как в юридическую инстанцию. Что вам сделали? Это не просто вам хочется, а вы обращаетесь, что вам что-то сделали реально.